Друзья, об этой страшной новости до сих пор мало кто знает. Подписывайтесь на наш канал и следите за новостями. Только у нас самые честные и самые интересные новости из жизни российских звезд и шоу-бизнеса. Оказывается, несколько дней назад, недалеко от города Москвы, в одном из дачных поселков, прямо на дороге была обнаружена всем известная российская советская актриса театра и кино Татьяна Веденеева. Оказывается, ее нашли недалеко от ее дачного домика. Уже будучи в бессознательном состоянии, она лежала на дороге и обнаружили двое женщин, которые возвращались домой из магазина. Они же вызвали скорую. Сейчас актриса находится в больнице, она уже пришла в себя, но медики пока еще не сообщают, что с ней произошло на самом деле. Да и странно, как-то в интернете информации тоже никакой нету. Скорее всего, это все пытаются скрыть ее родственники. Мы будем ждать и надеяться хороших новостей, друзья, чтобы уже завтра рано утром порадовать вас на нашем канале свежим выпуском, в котором будет продолжение этой всей трагедии. Просим вашей поддержки, друзья, подписывайтесь на наш канал и следите за новостями. Берегите себя, своих родных и близких, и пусть вам в вашей жизни сопутствует только лишь удача.